О работе, проделанной в 2017 году, губернатору Московской области рассказывает глава Щелковского района Алексей Валов. Достижений немало. В 2017 район получил премию «Прорыв года» за привлечение медработников. Большая часть из них работает в новом перинатальном центре, открытом в прошедшем году. Практически 3000 новорожденных. Причем с такой патологией, что практически выживать эти младенцы не могли. Но тот персональный и профессиональный коллектив, который пришел, да смог это сделать. В этом году в районе появится диализный центр в городе Щелково и ФАП в селе Душоново, а также отремонтируют 13 учреждений здравоохранения, возводят и новые школы и детские сады. В прошлом году открыли 3 дошкольных учреждения. Продвигается строительство 2 школ на 1100 мест в микрорайоне Солнечный города Щелково и на 275 в Медвежьих озерах. Реализуется в Щелковском районе программа расселения аварийного жилья. В том числе более 1000 жителей переехали из печально известной казармы в Первом Советском переулке в новый дом на улице Краснознаменская. По словам Алексея Валова, в Щелковском районе были проблемы с управляющими компаниями. Многие организации работали недобросовестно. Число таких указ сократили. Нужно навести порядок и жестко лишить их лицензии, если они не выполняют то, что ждут от них жители. Продвигается строительство моста через реку Клязьма в районе улицы Фабричной. Объект должны сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Мост разгрузит центральную часть города Щелково. После строительства моста порядка 15-20% транспорта грузового от трафика уйдут и разгрузят нам центр города от тех грузовых машин, которые идут на промзоны. И они пойдут по той дороге, и, соответственно, тем самым мы снимем напряжение. Большая работа идет и для того, чтобы поддержать чистоту самой реки Клязьма. Создадим условия для того, чтобы войти в 2020 году в государственную программу по очистке реки Клязьма. И мы войдем в эту программу, что даст нам возможность, как мы сделали, вот когда очистили вверх, сейчас река Клязьма стала пригодной для купания. Кроме того, в Щелковском районе реализуется масштабная программа благоустройства. В этом году должны привести в порядок более 50 дворовых территорий и обустроить 3 общественных зоны – набережную вдоль улицы Шмидта, сквер имени Пушкина и набережную между старым и новым мостами на правом берегу Клязьмы.